Всем привет! Сегодня у нас телефонный Vertex Impress Baccara. Попал в воду. Я его не стал проверять, но сказать, что не заряжается. Типа на ночь оставляли зарядку. Не стал ничего проверять, сразу разобрал. В принципе, ничего криминального не нашел. Единственное, вот наклейка розовым стала от воды. Но что-то ни разводов, ничего не видно. Еще, конечно, вот под экранчиком надо снять, посмотреть. Ну, так с виду все нормально. Единственный аккумулятор показывает 3,7, хотя у него рабочее напряжение от 3,8 до 4,35. Может, просто аккумулятор в разряд ушел. Вот, но заодно решил заснять. Сейчас разборку я не заснял, соберу сборку. В принципе, тот же, только в обратном порядке получится. Вот. Сейчас еще под экранчиком посмотрю. И потом собирать буду. Странно, потребление идет. Такой нормальный в районе ампера. Аккумулятор. Точнее, экранчик ничего не показывает. Возможно, еще экранчик. Но вибрации включений никаких нет. Сейчас подождем еще. Сколько он заряжается. Сейчас попробую еще без аккумулятора. Посмотрите, есть ли потребление. Дальше будем думать. Так, без аккумулятора тоже потребление идет 0,25. Так что ничего хорошего это не говорит. Да, дела. Так, продолжаем ремонт телефона Vertex. Снял экран. И под ним разводы. Предварительно, конечно, еще пирометром. Точнее, не пирометр, как он. Тепловизором. Заснял, он показал вот в этой части нагрев. То есть потребление где-то 100 мА идет. Но вот с этой стороны ничего нету. Здесь симка и флешка. А с этой стороны экранчик шел. Пришлось его отпаивать. И вот здесь вот какие-то разводы, возможно. Здесь идет потребление под этим чипом. Он без компаунда. Скорее всего, под него затекло. Ну, я даже не знаю, как я сейчас его ототру. Возможно, придется еще куда-нибудь в ванну ложить, отмывать его. Эти два чипа, по-моему, тоже без компаунда. Но за них вроде не затекло. Вот этот, может, какой-нибудь написан Mediatek, но вроде не процессор. Процессор этот большой. Может, какой-нибудь видеочип. Это SanDisk память. Это что-то Mediatek. А может быть и процессор. Ну, здесь их два. Один побольше, другой поменьше. В общем, сейчас попробуем ототрем, но вряд ли это поможет. Думаю, там по чипам затекло. Может быть, обильно как-то спиртом пройти, чтобы он то затек. Скорее всего, какие-то из шариков между собой залипли от воды.
идет потребление теперь.